Да, отсюда смотрится здорово. Мы едем в Шотлер на Кэссиди Стрит. Извините меня. With a quick commercial. We're on a bender here, people, and I don't really give a shit if you don't like these songs, because I do. И часто Элизабет дает тебе подобные поручения. Элизабет вообще не дает мне поручения. Я сам люблю за всем приглядывать. Ни одно дельце в городе не проходит без моего ведома. На самом деле, этот город мой. А? И как же тогда вышло, что мы ни разу не встречались? Ха, ну ты явно небольшой человек. Я начинал так же, как и ты, мелкой сошкой. Толкал дурь на пятаках, пощипывал пацанку, в общем, всякое разное дерьмо. Так было раньше, а теперь мы стали расширять бизнес. Под расширением ты подразумеваешь торговлю героином? Всем заправляют деньги. Деньги говорят «прыгай», а парни говорят «как высоко». Это сделка с наличкой. У меня здесь и другие дела проворачиваются. Так что за дела ты здесь крутишь? Мне постоянно нужна работа, если она хорошо оплачивается. А, блин, я плачу, как какой-нибудь раджа. Когда ты пишешь с этим черномазом, у тебя каждый день Рождество. Так у тебя есть работёк? Пока нет. Сначала мне нужно разобраться с этим дерьмом. Но скоро мне понадобится паренёк вроде тебя. Дай-ка свой телефон. Расскажи мне про байкера. Ну, о том. С Герычем. Джонни. Я не работал с этим парнем, но я слыхал о нем. Он занимается всякими безумствами. Парень совсем без крыши. Я слышал, что его ребята, пропащие, участвуют в реальных бандитских разборках. Чокнутые белые. Думаю, только одна группировка может отрасти бороды и гонять на мотоциклах по городу. Город-то большой. Видимо, для некоторых недостаточно большой. Как же называется другая банда? Ангелы смерти или что-то в этом духе? В общем, поосторожнее с этим парнем, а? Я стараюсь даже взглядов на него косых не кидать. Ублюдок ненормальный. Ты отвлекаешь меня, смотри, куда идешь, падла. Добро пожаловать в Клакенбелл. Вам чем-нибудь помочь? Покажи мне свои дуги. Прошу вас. До свидания. Я разорву тебя пополам в следующий раз. Ты, должно быть, шутишь надо мной, верно? Нагрузка. Похоже, пришло время для создания портфолио. Ты ударил меня по титькам. У нас есть все для разрешения конфликтов. Удачного дня, сэр! A cowboy tune here, Bon Jovi. Хата на третьем этаже. Покупатель один азиат по имени Чарли. Как во Вьетнаме? Ха, как в кино, золотце. Эй, ты готов? Да, конечно, пора браться за дело. Ничто так не возвращает к жизни, как продажа дури. Пойдем. Да, давай сделаем это. Ладно, пошли. Эй, в чем дело, парни? В чем дело? Да не в чем, давай за дело. Героин у вас? Да? У вас? Давай сделаем все по-быстрому. Но героин у вас? Так, с тобой, правильно? Ну, то есть, это же простой вопрос. Да что с тобой? Ты как-то странно ведешь себя, мать твою.
Да не странно, чувак. Я просто хочу убедиться, что товар у вас, понимаешь? Друг, что-то с тобой не так. Пойдем, надо убираться отсюда. Полиция Ливерти-Сити, стоять, ублюдок! Я сказал стоять! Йоу, они ждут, что мы выйдем через центральные двери вместе с этим байкером. Мы рванем на крышу, только сперва голоса, тебе придется зачистить верхний этаж. Нам было взять прямо сейчас. Наслаждайтесь! Попрошу всех лечь на землю и не вставать. Я поймал этого ублюдка. Проверьте меня! Проверьте! Постарайтесь сохранять спокойствие. Сейчас же. Зайди за что-нибудь. Я повырываю ваши чертовы сердца! Теперь ты боишься, а? Пожалуйста, всем лечь! Здесь небезопасно двигаться. Люди, о, чувак, все, ты победил. Все, не трогай меня, пожалуйста. Немедленно покиньте этот район, сейчас же. Убирайтесь отсюда, быстрей! Вы игра окончена, черт возьми! Мне нужна помощь! Вы нас стреляли! Отступаем! Никто не это оно! Это все скверно! С этим проблем не будет! Идем! Йоу, золото! Идем наверх! Отступаем! Отступаем! Хороший день! Все! Все отвалите! Ох, черт ты побрал! Вот это и дебил. Хватит, а? Хватит. Я избавился от этих парней. Пошли. Помогите мне, кто-нибудь, помогите. Это дерьмо как-то плотно завязано в ФРБ. Ублюдочный конец. Счастливо! Да, Найди себе укрытие! Не связывайтесь со мной! Всем лечь! Ну же! На землю! Ох, это не круто! Стоять! Давай, иди за папой! Зайди за чё-нибудь! Проклятие! Бежишь ко мне поближе! Шлёпни этих парней! На вечеринку их не звали! Ты мой! Вниз! Эй, бегом, в укрытие! Ты урод! Все
зачем лезть? Вы довольны, что связались со мной? Лезь зачем-нибудь. Отступаем сейчас же. Я ничего вам не дам! Я чисто дорогу. Я повырываю ваши чертовы сердца! Устрой этим парням жару! Найди укрытие! Пожалуйста, все надежды! Еще один! Не дай ему чувак, не отходи от меня! Вот это и беды. Все уроды. Йоу, золото, нужно пройти мимо этого недоноска. Если хочешь начать мутить со мной, отвези нас обратно в мою хату в Нортвуде, Ксенотим Стрит. Меня попали, Бог благословит этот город! Ебаный урод! Автомобиль! Ты чё будешь как придурка, а? Полиция, уводи единицу на дальше, чтоб я видел, руки на голову! Обжигите! Восточный шоппер! Героин, и ты не скоро увидишь белый свет. Ты сгинешь в этом дерьме, да? Загремишь за решетку, и на будущем можно ставить крест. Ты забываешь о тех, кто уже мотает срок. У тебя есть друзья на зоне? Одного моего чувачка, Дуэйна Форджа, упрятали за торговлю крэком. Когда-то он показал мне всякие штучки, но черт! Когда он выйдет, если это, конечно, когда-нибудь случится, он не узнает этот мир. А что изменилось с тех пор? Как он получил срок? Да все, блин! Это раньше на улицах был один крэк. А теперь тебе и керыч, и гангстер-дурь, и экстази, и травка с коксом, амфетамины. Чё, пора расширять горизонты. Да? Ну да, типа дотянуться до звезд и все такое. Я не понимаю, почему парнишка из бедного квартала не может добиться чего-то с жизни? К парням с улицы вроде меня приклеиваются ярлыки сутенеров, дилеров и щипачей. Но ты ведь и правда толкаешь наркоту. Я этим занимаюсь лишь для того, чтобы выбраться из гетто. Я не отношусь к этому как к наркобизнесу. Наркотики — лишь одно из ответвлений моей деятельности. Я покупаю и продаю это дерьмо точно так же, как и любые другие товары на рынке. Только эти товары вне закона. Да, но Playboy узаконит свой бизнес. Я хочу стать серьезным предпринимателем. А? Построю себе пару небоскребов, повешу на дверь золотую табличку со своим именем. Да, а я думал, ты хочешь строить школы или что-то в этом духе. Помочь чернокожим ребятам выбраться из гетто? Черт, и до этого дойдет. Сперва мне нужно стать успешным. Упакуй манатки, брат, не то упакую тебя. Легавые вышли на охоту по пятам и тут. И нужен факт, чтобы не приняли и там и тут. И встретишь завтрашнее утро вдали от гада. Беги, ты знаешь, что крутого, что валить надо. И там за океаном ты построишь новую жизнь. Пришел ваш отбой, дядя Сэм, ну держи. Смертный бутылок, ты за мной в стране, братва. Любовь, ты не Голливуд, ты не Москва. Ты пытаешься убить меня, да? Мальбора не пила мой. Все будет четко, надо лишь остаться целым. Ты за мной в стране, братва. Любовь, ты не Голливуд, ты не Москва.
будет четко, надо лишь остаться целым. Свободный город под свободным небом. Это город бледный. Они узнают, на что ты готов. О, алло, привет, как? Знаете ли, что в Италии... О, черт! О, черт! Вы только посмотрите на это. Этот город вообще не помылся. Мне это не нужно. Эй, чувак, расслабься. Успокойся, черт побери. Вот мы и на месте, золото. Я тебя дерну, если мне понадобится твоя задница.